Всем шалом, дорогие друзья! Вы на канале Диара Мала. Сегодня мы продолжаем играть метод 2033 Redux. Итак, в прошлой части мы встретили Хана, прошли через чертовые тоннели. И, в общем, имеем вот такое. Сейчас мы продолжаем идти, мы должны еще взорвать тоннель. Вот, поэтому у меня вылетела игра, я решил на этом закончить. Вот, твари сейчас будут выходить. Сейчас. Все, отлично. Теперь валим. Ой, да я немножко. А, ну не, я это просто. Миш, кровь мне. Опа, вижу. Вот тварь! В отсок. В отсочек. А, стоп, у меня все. Сейчас, в отсочке. Давай. Тихо, ребят. Все, прикончили. Тварь! Да дохни, давай! Кто мне? А, вот вы еще тварь! Сейчас, погоди. Капец, я на вас все патроны потратил. Вы реально охренели? Кто это? Ах ты, тварюка такая! На! Быстрее, птичка. Все, я дох. Так, что у нас нормально? Все, сейчас давайте немножко еще. Все, вот так. Все. А! Напугал, говню. И все мимо. Все. Следующий. Ох, смачно отбросить. Так, все, надо валить. Ну вас нахрен, я так задерживаюсь. Давайте, васочки. Так, все окей. А, последний, капец. Ё-моё. Ой, блин, это... Обидно. Последняя пушка. Нет, вот, последняя у меня пушка. Надо искать. Вот. Yes. Давай, перезаряжайся. Давай. Ну тут уже все. Так. Ух, тихо! Чуть не упал. Так, вот, аккуратно. Тихо, я так понимаю, нам. А куда нам идти? О, нет! Да вы! Давайте, идите в бань. Так, распределяем. А, вот так у меня много. Сейчас. На. Ух ты. Вот это надо... Вот, блин, столько аптечек. Столько аптечек я потратил. Тварюги такие, подлюки. Так, я так понимаю, нам нужно... Ух ты, а вот они откуда лезут. Я понял, куда нам бежать. Хрен с вами! Беги! Беги, мазафака! Опа, еще два патрончика для нашего дробашка любимого. Хорошенького, любименького. Валим! А я понимаю, куда идти? Ну, типа, мол, он сказал... Или, может, на в туннель идти? Да, честно, знаю. Блин. Опа. Давай. Так как ты не дохнешь, тварюга такая, подлюка. Стоп, там отсок какой-то. Отсочек. Валим куда-нибудь, просто свалим нахрен. Так, сет весь? Нет, надо помнить. Все, так. Все, последние 19-30 патронов. И все. А этому вообще дробашку вообще пофиг. У нас 86 патронов, ребят, вообще класс. Либо на. Нет, вот нам туда нельзя. А тогда куда валить нам? Может мне кто-нибудь объяснит? Сюда нельзя. А может быть.
Может, нам следом? Не-не, вот эту пушку я не хочу брать. Вот там все завалено, там нету, туда нету смысла. Значит, нам нужно бежать прямо туда. И как-то мы должны туда попасть, да. Я думаю, если вот... Ну, давайте обороняйтесь, давай... А, нет, там закрыто. Конечно, закрыто. Свои! Не на меня! На них давай! Не на меня, на них! Молодец. Ты какой ты молодец, ты говнюк, а не молодец. Ух, тварь, тварюга. Всё. Нет. Тихо-тихо. Короче, аккуратненько сваливаем. Может, скрыться от них? Вэшка! 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 А! Нет! Не надо! Не надо! А как ты еще не пухнешь, тварюга? Капец. Третьих осталось. Ой. О, господи! Это... Это реально пипец! О, новая заметка. То есть потом прочитаем. Не сейчас. Опа! Да блин! А нет, туда просто куча. Давайте попробуем туда спуститься. Мало ли что нас там ждет. Ух, муж как-нибудь. Нет, не сюда. Точно. Точно не сюда. Все, мы знаем теперь, точно не туда. А куда тогда? Может быть. А там вот проход, он вообще должен быть в противоположной стороне. Может быть. Туда наверх с вами. А, G, противогаз одеть. Давайте, бацочки, снизь, давайте. Все, я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну знаешь... Так, как ты не дохнешь? Хэдшот, так, кил, как говорится. А мы вали... Так, все, сейчас G одеваем, противогаз наш. Ух ты, тварюга, так подлюка. Может, нам как-то нам нужно быстренько забежать. А! Ты понял? Братанчики, да охраняют! Может, как-то потушить? А куда мне тогда идти? Вы чё? Ну не сюда уж точно. Потому что ну здесь нету прохода. Ну как я пройду, ребят? Ну тем более, ну. Ну нет. Ой, ну опять же. О! Вообще класс. Так, а че это? Че это? А-а-а! Вот оно что! Давай! Давай. Ничего тебя сейчас не очень. Кстати, с физикой большие проблемы. Но 2014 года играли, 2010. Не знаю, мне просто резко задали. Это вообще легендарная игра. Это бутандовая игра. Так, все, встречатка у нас есть. Теперь бежим вот туда, где эти падлы вылезают. Так, вот сюда. Да. Нет, не сюда, вот туда. Сейчас. Они... Сейчас, проверка все. Все, отлично. Идем. Идем, мазафака. Может быть, пронесет? Не пронесло. Хватит рыгать, некультурно. Да как ты не дохнешь? Все, аптечка, 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 аптечка. А, это просто. Сейчас тогда же, чтобы протереть все. Все отлично. Как кинуть?
Как кинуть-то? А кинуть? Так, стоп. А как вот управление? Клавиатура, инвентарь. Вот, сменить фонарик. А, зажигалка, журнал, зажечь. Аптечка, ПНВ, часы, противогаз. Так, я походу ни хрена не... А как мне ж... Я, может... Давайте на всех... Не то. А, это ж... Поняли. А, это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Откуда они берутся? Ах. Так, я нашел какой-то тоннель. Сейчас идем туда. А, вот, Хантер же говорил, чтобы заблокировать. Так я ж... Ах, вот откуда вы беретесь. Как... А! Твари, твари. Бежим туда быстрее. Надо что-то придумать как-то. Блин, тварь, тварь, тварь. Опа! Что мне делать-то? Вот, фу, слава богу. Давай, давай, давай. Беги! Беги! Валим, 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 валим. Сейчас махач будет. Взрыв, конечно, не такой реалистичный, но, ребят, год какой вообще. Все. Работа сделана. Я думал, они оттуда, они, кажется, оттуда и оттуда берутся. Но хотя он же говорил, я просто слушаю из гов... Большая битва за маленькую станцию выиграна. Вообще класс. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Угу. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Угу. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. О, ты со мной пойдешь, спасибо. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. А, все уже. Все, вопросов мало. Церковь. Ни хрена себе церковь, метро даже есть. Бог реально существует. Я не верю в Бога. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Ой, извиняюсь. О, патроны. Я, конечно, человек. Мне их всех жалко, но я как бы жить хочу, понимаете? Ну вот, Хантер молодец. Патрончики еще давайте. Ладно, не будем тварью, все.
Идем сюда. А, нам сюда. Давай, опа, я полезу, давай. Хоба, let's go, спасибо. Вот и все. Забирайся. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артём. Давай, до встречи. Удачи тебе. Спасибо, тебе тоже, давай, Валерчик. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Молодец, а ты уже... А, мы типа уже как бы дошли? Или не? О, смачно покатались. Не знаю, еще узнаю. Не, мы как бы дошли, наверное. Ну, как бы дошли. Я не знаю, если честно. Так, что тут у нас? Что у нас тут такое? Что такое? Так, восточки, идем сюда. Мне напоминает этого чужого. Кстати, ребята, давайте, знаете как, наберется 15 лайков, я буду играть в чужой в Элон и Кьющин. Короче, игра про чужого. Хочу сыграть, вот вашего хочу, вот мнение. Вот под роликами же набирается там иногда по 80 просмотров, наверное, или там 50. Ну, я думаю, короче, давайте так, 10-15 лайков, я снимаю видео про чужого. Так, значит так, сейчас я отвлекся. Стой, кто идет? Ой, это я! Не двигаться! Юху, давай! Эй, расслабься, это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески, это главное. Давай, заваливай, это свободная станция. Ой, спасибо. Ой, какие вы молодцы. Ой, мне это из PUBG. Пораньше я помню. Кто играет, извините, но реально, мне как-то Call of Duty Mobile больше заходит или Warzone. Так, давайте вещички ваши. Ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Спасибо. Держись поскромнее. Спасибо, понял? Спасибо. Нереально, помните у тех падлов, в которые мы заходили с этим, с нашим Хантер, не Хантера, как это там? Бурбон! Вот, с Бурбоном, в который мы заходили. Вот там такие, там такие твари были. А здесь вообще такие добренькие. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Угу. Наручек. О! Опа, чё тут у нас? Вали отсюда. Отвали, или я охрану вызову. Все, вопросов мало. А, и все, уже не хочется. Иди к чертям. Исчезни. Нате, говнюк. Здрасте. А, я к вашему Пете. Ладно, я пойду. А, ты это, так. А, лицом к стене, обыск. Давай. Да хватит, отстаньте, противные, я не такой. Проваливай отсюда. Заткни хлебало. Вот именно. Всегда готов. А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по... Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. За что? Алло! Ладно, 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 только без рук. Я сам пойду. Хорош. Стой, стреляй! Беги! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Давай, да. Стой, стой, сюда! Давай, давай! А! Да давай быстрее! Ой-ой-ой! А чё я такой медленный? Ну, стал, наверное. Ой. Ой. Блин, я мог бы через него проскочить. Но так бывает. У меня что-то оружия не было. Не могли бы вы заглянуть к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучше. Ну, потише. Гебла следит за нами. Отойди подальше. Ты подаешь по тем частям тела, которые покорили твое воображение. Так, не сюда. Берешь слабовато, однако.
Так, ладно. Да ты шутом на полставки подрабатываешь? Петросянишь? Ну-ка... Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ну, свидали, твари. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Но! Стой, стрелять буду! Беги! Что там было написано? Ах ты дрянь! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Налево. Берегись! Валим! Шадо. Да давай! Подсок! А могу я постучать? Я как-то как бы люблю людей побесить. Давай, давай! Я медленно, понимаешь, я медленно. О! Все, сюда давай. Туда! Стой, тварь! Давай! Давай! Да блин! Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Вот! Братан, спасибо! Вообще респектос. Проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Угу. Так, я делаю уже так сейчас. Че это все? Метро 2033. Дмитрий, это создатель этой игры. Это, походу, либо по книге эта игра создана, или... Книга. Не знаю. Так, и самое главное, так меня все никто не замечает, да? Привет. А, это. Вали отсюда. Офигел! Сейчас давайте. Я только не страшный. Так, а что-то не могу. А можно что-то у вас купить там? Что-то это. Не могу? Это жалко. Давайте. Раз, два! Раз, два! Раз, два! Молодец. А ну-ка. Ой, это ж не баба Валя, поэтому. Крыса не проскочит. Вау-вау-вау-вау. Ты кто, баба или мужик? Не знаю, короче, пойдем. Опа. Аптечки, фильтры, ножи, набор туриста. Так, значит, 140 патрончиков. Средство от всех проблем. Давай. Вот эту штуку очень рекомендую. Это уже кончилось. А. Отличный так. Курс. Можешь осмотреть магазин, купить, что тебе надо. Так, а ну-ка. Время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Тебя давай продать за... А, это ублюдок. Обмен, что тут у нас есть? Что такое? Так, бесшумный физический револьвер, арбалет оригинальной конструкции. Избыточное давление в баллоне повышает убойную силу, но держится недолго. Не надо. Что это? Так. Может, второй такой купить? Да нет, одно не надо. А ну, Сёня, давай. О, все. Установить. Зато. Да, я хочу. Ну что, все. Спасибо. Ой, там еще. А что тут есть такое? Патроны не нужны? Давай, нужны, а то это мало. Сейчас что-то у нас можем. Так, значит, у нас вот для этой пусипусечки. У меня вообще их зыру. Все, хватит. 20 патронов. Спасибо. Так, где он? 30 патронов. Идем сюда. Все нормально, мужики, он со мной. Опа. Сейчас, заметочку. Давай, Артём, прыгай в яму. А я чё не... А как мне вылезти это? Не понял. А, я понял, всё, тихо, скрываем. Всё, тихо. Ждём, на кайфе начали. О, мне надоело сидеть. Ну что, здесь... Ой, здесь, потому что нету под нами поезд, ничего пофиг. Здесь, потому что...
стульев нормальных нету, а чтобы было хорошее место, вот придется на кровати сидеть. Кстати, да. Так, и как... Ага, я тебя понял. А может как-то... Вот, где это было? Где написано? Оу! Ты падла такая. Где? Где? Ну где же? Вот. Все, хэдшот. Так, опять же, это метро 3... А, это не... Ну, это теперь 34-е. Ту-ту-ту-ту. А, это типа следующий год. 33 редюкс. Так, ну давайте. И вы такие слепые, меня даже не замечаете. Вот это побег, Джеймс Бонд. А там вообще как, безопасно? Не хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да, это тебе не вагон СВ. Но если он останется на станции, то он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. А типа вы приговариваетесь? Так, ну чё, в отсочке давайте или... Так, до конца дороги будем. Всё, приехали? Всё нормально, подбирайте. Всё в норме. Теперь всё зависит от тебя. Спасибо. Мне только уже Ханда говорил, спасибо. Так, мы куда сейчас? Мы сейчас куда? Мы сейчас куда? Сейчас квалификация для меня Романи. Вот, Формула 1. О, вот и метрошка родная. Так, давай. Все по местам. Давайте. Давайте. Ю-ху. Вот, да, конечно, жалко, что вот тут именно все вот так вот произошло. Один. Но, как говорится, ну ладно. Так, кстати, да. Там же это, типа Алиса была, но не Алиса, там какая-то баба, знаете, вот. Вот у меня в Москве, в Курском вокзале вроде, там вот баба и такая тун-тун-тун, это вообще, блин, молодец. Зачем в армию подался? Я пошел. Блин, мне так все время ждать. А блин. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то. Ну из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще о, в Советской. О, погнали, американские горочки. Я вот думаю. А ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты, Мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. До сих пор фашисты были? Нет. Еще 40-й год началась эта война. Тогда давай свою пилюлю мне, чтобы наверняка. Хотя кто его знает. Лишь бы не гнить. Возможно, немцы начали ядерную войну, типа... Если америкосы там создали эту первую ядерную бомбу, человек типа немцы тоже. Остался человеком даже нет. После конца. Короче, света. Жестко. Ой, я перемотал, извините. По привычке, да. О, это что было? Я так понимаю, мне нужно... А можно я что-то посмотрю? Вдруг эти... Патрончики найдутся? Не? А может тут где-то патрончики могут быть? К сожалению, не... Так, валим. Так,
срочно, товарищ комиссар. Коммунистическое учение! Учение света поможет нам найти верный путь во тьме Луны! Лишь имя Ленина освещает этот метрополитен! Только партия спасет человечество! Под Кумачевым стягом... Может, как-то залезть? О, нифига себе! Ленинизм говорит о безголовых мутантах с Филёвской линии. Ну, вопрос-то жизнь. Это самое, он говорит. Тишина! Строимся! Все за мной! Хочу. Вот она моя получка. Ай-яй-яй! Так, не надо за... Не-не-не. Я его не увидел, но он реально, блин, такая игра, типа то, что все такое серое, и не видно было нифига. Черт, это, конечно, может быть, с другой стороны? Не, ну нам надо, все равно нужно туда пройти. Блин, я хотел патрончики забрать. Так, ну туда мы точно не идем, это все, это самоубийство. Ну, тем более, какая разница, все равно, поэтому... Аккуратно. Как у пленов будем проходить сейчас. Он сюда идет. Сейчас. А, все. Быстренько. Быстренько. Ой, это... Постойте, послушайте только. Послушайте, прошу. Я просто пытался пройти их со стороны. Видите, там крыло в рельсах. Если мы пойдем по тем трупам, может быть, сможем пробраться к ним. Лежи, кусок ты дерьма! Родина не прощает предателей! Клянусь, я правду говорю. Это я. Я дорогу нашел. Пожалуйста, проверьте. У меня жена, сын. Обычная отмазка или реально? Тебе грязь. Эй, не валяйся! Пойди проверь, вдруг подонок говорил. Тись. Ты сейчас на вышку нажмем и быстренько закилим. Ток. Все, перезарядочка, все, начинается. Блин, капец, у меня аж палец затек. Ну, типа, представьте, на дабл и на контрол нажимать, и тем временем на В. И у вас этот палец вот так, это неприятно. А меня настройки я не хочу, потому что контрол идеальный. Ой, стоп. Приказа военного Наполеона! Постойте. Послушайте, прошу. Может, помочь ему? Видите, там пролом в рельсах. Если мы пойдем по тем трубам, можно... Надеюсь, я сюда правильно иду. Блин, нахрена я это сделал? Видишь его? Черт, нахрена... Под... Кто это? Who is it, мадафака? Ух ты, тихо. Выживаем как можем. Блин, не-не-не. Так, короче, кто там умирает? По сценарию должен умирать. Никому не помогать. Нам самим надо выжить, понимаете? Сами накосячили, надо... Опа. Выключаем все. Блин.
Надо было все-таки на контрике. Все, фонарик вырубаем. Шоу заканчиваем. Пролом в рельсы, говоришь? Товарищи, не слышали, что тут вчера произошло? Такой же вопрос, но мне как-то... Мне чуть башку не оторвало. Кошмар до конца жизни будет сниться. То есть, недолго. Я в госпитале. Что было? Фашистские ублюдки натравили на нас террористов-смертников. Я знаю, сейчас они того убьют. Пусть этот я знаю, что я сделаю. Этот говнюк сейчас уйдет. Я вот того, который охраняет там щит, заберу у них. Опа. И что случилось? Бацок, ты где? На фашистские ублюдки. Он тихо, он сюда идет. Может, он сразу так хчик и все. То есть, Макс. Ой, тихо. Когда наши выбежали из укрытия, ну, чтобы встретить их. Он, значит, сюда идет. Кто-то успел крикнуть: «Ножи!» О, нет! Вы чё? Я слышал, вроде 6. Ти-ти-ти, маляти. У него все кишки в мире. Но он боролся до последнего. Ой-ой-ой, сейчас надо размять немножко. А может быть, как-нибудь... Тейп. Не, я вряд ли. У меня ж это. У меня ж вот так. О, ребят, чтобы вы знали, у меня вот так выглядит компьютер. Ноутбук, то есть. Вот. Так, продолжить игру. Ну давай! Залагало. Ну давай. Так, ребят, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Так. Обнимаю вас. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И всем пока!